говорят, уже там... Мы, женщины Днепропетровска, добровольно решили помочь с армией. Организовали Днепропетровский волонтерский женский батальон. Все продукты, которые люди добровольно положат в эти корзины, они пойдут или в госпиталя, или на передовую. Мы уже будем отбирать, что больше нужно куда. Сегодня получили листовку, в которой рассказывается об акции «Помощь нашей украинской армии». Мы не могли оставаться равнодушными, поэтому минимальный пакет продуктов приобрели и сразу же захотели поучаствовать в этой акции.